Добрый день или вечер. Я рада приветствовать вас на заключительном уроке марафона «Вечерний интенсив. Лицо». Сегодня заключительный урок. В субботу у нас с вами заключительный прямой эфир. И посмотрите его, пожалуйста, до воскресенья, до 21.00, когда все уроки уйдут из возможности вашего доступа. Итак, сегодня заключительный урок. У нас остается управление на уровне круговой мышцы рта. И здесь нам стоит поговорить об улыбке. Очень часто мы улыбаемся за счет или больших, малых скуловых, или за счет мышцы, которая приподнимает верхнюю губу и расширяет ноздри. И на самом деле это улыбка брезгливости. Давайте попробуем поуправлять этой мышцей. Мы сейчас выполним все движения. И очень часто у нас мышцы депрессора опускают уголки губ. С точки зрения эмоционального такого физиогномики, это когда нам все достается с большим трудом. Итак, сейчас у нас есть классическое выполнение, это когда мы выполняем движение в стороны мышцы смеха. То есть, когда у нас есть движение точно в стороны. Подушечки пальчиков ставим на комиссуры и начинаем медленно уводить наши губы в сторону. Не широко, точно в сторону. Пробуем такую улыбку. И отпускаем. Убедитесь, что не подключается щечная, не прижимает к зубам. Еще раз. Отлично. У нас получилось движение. Помним, расслабление более значимым, чем сокращение. И пробуем сделать самостоятельно, без помощи рук. Отпускаем. Еще разочек и задержитесь в этой улыбке и сравните свои ощущения. Как вы себя ощущаете? Еще раз. Не прижатые уголки губ зубам, щечную не подключаем. Отлично, мы уже расслабили круговой рта. Теперь следующий момент. Когда мы начинаем улыбку от мышцы, поднимающей губу, такая брезгливость. Пробуем выполнить. Плавно вниз. Помним, что опускание, снятие напряжения более значимо. И здесь смотрим на свое начало носогубок. Какая носогубка ярко выражена. Вот как раз с этой стороны мышцы начинают работать быстрее и более активно. Пробуем еще разочек. Отпускаем вниз. Запоминаем ощущения. И еще раз. Заметьте, что эта мышца расширяет ноздри, а мы говорили с вами на прошлом уроке, расширенные ноздри – это больше о гневе, о брезгливости. И теперь выполняем улыбку, когда скуловая большая подтягивает наши уголки губ в сторону, показывая, в принципе, наш оскал. Ставим для начала пальчики на комиссуры и начинаем улыбку. Сразу вверх, не в сторону. Вверх, в сторону скуловых костей. Держим. Отпускаем. Заметьте, как здесь очень часто подключается мышца, которая мышца брезгливости такой. Еще разочек. Стараемся не дать ей включиться. Держим. Отпускаем. И теперь нам нужно почувствовать, что мы ощущаем в этой мимической маске. Еще разочек. Отпускаем. Можете выполнить без пальчиков перед зеркалом. Итак, есть еще момент важный для нас. Этот момент теперь нам нужно улыбнуться не широко и понять, какими мышцами мы начинаем свою улыбку. Пробуем. Получается через уголки в сторону. Заметьте, когда подключается верхняя губа, у нас возникает напряжение в носогубке. Когда подключаются скуловые, у нас собираются ткани около уголков глаз. Обратите внимание, как вы улыбаетесь. И когда мы улыбаемся только мышцами смеха, наше лицо имеет расправленное хорошее ощущение. Попробуйте еще раз. Почувствуйте, как наоборот расслабляется наружная часть глаз.
И попробуем теперь использовать мышцы-депрессоры, когда уголки опускаются вниз. На комиссуры. И возвращаем. На комиссуры. И возвращаем. Насколько синхронно включается вниз. Насколько одинаковая сила включения. И еще разочек. Запоминаем свои ощущения, что мы чувствуем в такой мимике. И отпустить. И у нас остается мышца подбородочная, когда мы включаем подбородок. Если сразу включаться не будет, можно просто нижней губой надавливать, выдавливать верхнюю. Включаем подбородочную. Очень часто эта мышца перегружена, когда нужно выдвинуть нижнюю челюсть, снять напряжение с прикуса. Мы помним, что у нас сложно корректируется при любых обстоятельствах, хирургических или нехирургических, подбородок, круговая и зона лба, то есть та вертикальная линия, которая у нас есть в лице. Итак, что здесь может быть еще? Здесь возможна работа, которая будет половинками, да, то есть один уголок отпустили, другой. То есть учимся управлять разными мышцами и отслеживать, где управление хуже, возвращая свое управление. Это позволит вам чувствовать свои мимические маски и не подключать их, когда в этом нет необходимости. Итак, мы продолжаем работу с короткими разгибателями шеи и глазами и разъединяем два движения. Нам сегодня понадобится положение, когда вы можете развести руки хорошо в сторону, и вам хватит места и будет комфортно. Занимаем исходное положение, ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях, помним подбородок, лоб, одна линия, вспоминаем движение короткими разгибателями, длинный нос, грифель, и теперь рисуем линию вправо на сантиметр и возвращаем. Еще разочек. Вправо, возвращаем. Убедитесь, что ваше ухо движется к полу, а не к плечу. То есть не сгибание происходит, а именно поворот в сторону. Мягко. Теперь влево. Глаза остаются. Смотрите, не двигайте глазами. Влево. Отлично. Объединяем два движения. Вправо и влево. И оцениваем, какую линию рисует затылок. Такая же горизонтальная линия или она отличается. Нейтральное положение. Теперь медленно. Глаза вправо, как будто на правое ухо хотим посмотреть. При этом вначале не включаем голову. Глаза вправо, ничего не шелохнется. Влево. Обратите внимание, что даже давление затылка не меняется. Влево. И теперь делаем движение. Глаза вправо, нос вправо. Вернули. Вернули. Глаза влево, влево, глаза центр, нос центр. И как одно слитное движение. Глаза нос, вернули. Глаза нос влево, вернули. Еще раз. Не забывайте рассматривать, не просто переводить взгляд. И теперь глаза вправо, нос влево. Глаза влево, нос вправо. Если сложно, бьем на части. Глаза вправо, нос влево. Вернули. Глаза влево, нос вправо. Вернули. И объединяем. Глаза в одну, нос в другую. Та же должна линия остаться на затылке, горизонтальная. Нейтрально поморгали. И теперь мы поработаем с грудной клеткой, с положением ваших ладоней. Разводим руки в стороны Т-образно. Ладони у вас на линии плеч, не поднимаем выше, не опускаем ниже, нам комфортно. Мягко собираем руки в кулачки, не жесткие, и начинаем следующее движение. Начинаем поворачивать руки внутрь, медленно. Направляем вначале на наружное ребро кисти. Первое, что мы отслеживаем, насколько синхронно это движение. Медленно вниз. Разворачиваем, ощущаем синхронность этого движения. Не подключаются плечи и лопатки, ничего лишнего не включается. Опускаем вниз.
и медленно возвращаем обратно. Зафиксируйте положение, найдите лишнее напряжение в плечах, в шее. Его не должно быть. Мягко возвращаемся обратно. Не спеша. Добиваясь синхронности движения. Нейтральное положение. И делаем еще разочек. Медленно. Начинаем движение вниз. И опускаем взгляд вниз. Чувствуем, как голова начинает перемещаться подбородком в сторону грудины. Зафиксировали это положение. И сделайте, пожалуйста, вдох. Как вам дышится? Выдох. Еще разочек. Отлично. Возвращаем взгляд. Возвращаем руки. И выполняем противоположное движение. Разворачиваем руки вверх в сторону большого пальца. Ничего, лопатки двигаются вниз, отрываются локти, переводим на большой палец. Что происходит с весом грудной клетки? Плавно, синхронно возвращаем в исходное положение. Нейтрально. Отлично. Добавляем движение взгляд, взгляд в сторону бровей. Почувствуйте, как меняется грудная клетка, как она раскрывается по передней поверхности. Зафиксировали это положение. Ничего лишнего не подключилось. Поясница не включилась. Будьте внимательны. Делаем вдох. И выдох. Еще разочек вдох. В чем разница? И выдох. Возвращаем взгляд. Разворачиваем кулачки. Выпрямляем ноги, руки вдоль туловища. Нейтральное положение. Сравниваем свои ощущения. И заметьте в расслабленном состоянии, куда повернуты ваши ладони. Если они развернуты в пол, разверните их в пол, у кого не развернуто. Сделайте вдох. Запоминайте свои ощущения. Выдох. Разворачиваем ладони, не обязательно в сторону потолка, просто ладони могут чуть больше, не смотреть на ваши бедра, а чуть-чуть больше развернутые. Пробуем вдох. Разворачиваем тыльной стороной, убираем слегка от корпуса, то есть не близко, а градусов на 30-40. Так, вдох. И медленно поворачиваем на бок и садимся. И вот теперь ваша задача наблюдать, где находятся ваши локти, потому что локти показывают, что с плечевыми суставами, ваши кисти. Если большая часть времени взгляд опущен вниз, руки повернуты внутрь, вся передняя часть грудной клетки, линии, которые у нас связаны напрямую с лицом, эмоциональная линия так или иначе будет сжиматься. Если мы говорим о том, что нам надо сделать вдох, имеет смысл направить локти в сторону корпуса, приподнять брови, сделать более глубокий вдох и почувствовать линию растяжения. На нас огромное влияние оказывают не столько движения, сколько привычные позы, которые мы занимаем в течение дня. Надеюсь, что урок для вас полезен. Я жду вас завтра на прямом эфире, где я отвечу на вопросы и дам рекомендации, что делать дальше. Жду вас на наших следующих марафонах, онлайн-курсах, на наших бесплатных марафонах и уроках на каналах YouTube, на канале YouTube и в Инстаграме.